ситуація не може і не буде тривати 2-3 місяці. Говорят, что здесь одни террористы. Какие террористы? Вот мы, террористы, стоим. Я всегда гордился, знаете, что Украина – это единственная страна на постсоветском пространстве, где не было войны, где была, по сути, мирная передача власти от коммунистов. И я думал, что это как раз уникальность страны Украины в том, что она показала мирный путь. Многие на Украине гордились тем, что вот видите, у нас войны не случилось. Вот видите, там в Карабахе война, в Приднестровье война, там в Таджикистане война, в Чечне война. А вот видите, мы такие умные, самые грамотные и хитрые, у нас войны не случилось. И у нас войны никогда не будет. Ну, это было достаточно странно слышать, потому что все эти противоречия были у нас такие же самые, как и везде, и они нарастали. December 2013. The last peaceful year in the history of a united Ukraine is coming to an end. The Euromaidan movement is gaining momentum in Kyiv. Protests are prompted by the government's decision to suspend the signing of the association agreement with the European Union. Сьогодні вкрали нашу надію. Надію жити в сучасній європейській країні. Сначала все начиналось как этот фестивальный такой Майдан. Это все так было в стиле рок-н-ролла, фестиваля. Но потом я увидел, что появляется у людей такое какое-то ожесточение. Тем более я увидел, что политики, которые представляют так называемую сцену Майдана, они более циничны. Они намеренно провоцировали. Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Але чесно, справедливо і сміливо. Я Максим Фадеев, режиссер-документалист из Донецка. Более 7 лет я снимаю войну на Донбассе, пытаясь рассказать людям, что такое война. Ну, на самом деле так получилось, что Майдан очень сильно изменил мою жизнь. До войны я занимался дизайном, у меня была своя небольшая фирма. Ну, стал, так скажем, военным документалистом. Меня зовут Родион Мирошник. На момент начала всех этих событий я был генеральным директором Луганской областной государственной телерадиокомпании. Занимался также телевизионным продакшеном. На востоке Украины практически не было людей, которые бы говорили, что все, мы жизнь положим ради того, чтобы быть в составе там, Евросоюза. Да, то есть таких мыслей не было, то есть это не нужно было. И вот этого ожидания, на котором базируются все, скажем, западные исследования, что вот наконец-то украинцы вот ждали, они априори стремились быть в Европе, они хотели этого, нет, этого не было. Вначале Майдан выступил за евроинтеграцию. В принципе, практически сразу там появились националисты. Возникли лозунги, направленные против русскоязычного населения. И Украина для украинцев, Украина прежде всего. Украина! Воронце! Украина! Воронце! Сухевич! Герой Украины!
Ну, они изначально планировали революцию. Они готовились к свержению власти изначально. Leaders and rank-and-file members of nationalist organizations admit they had been preparing for violent street riots long before the protests engulfed Kyiv. Мы с братом 16 лет вступили в националистическую организацию, в Патриоты Украины, тогда была, так называлась. И с 16 лет мы с братом начали такую активную проукраинскую, такую националистическую деятельность. Мы начали больше интересоваться историей, культурой украинской, вивчати українську мову. І так же само у нас були тренировки. Це тактика, ножевой бой, ну, всякі обращення з оружием і так далі, і тому подобне. І от з 16 лет, з 11 года, 2011 года, ми активно готовили до каких-то там воєнних или городських противостоянь. Я возглавлял Украинский национальный союз, и наше, одно из наших направлений было свержение режима Януковича и переход Украины в вектор западный. Потому что ну, Россия – это наш враг, вот, а Европа – наш друг. Поэтому мы с самого начала решили противостоять властям, которые настроены пророссийски. Москва ніколи не була для нас стратегічним партнером, а завжди була для нас першим стратегічним ворогом. Кайдани порвіте і вранкою, злою, кров'ю, волю окропіте. Не треба своєї крови. Заповітів не змінюють. Наша повстанча хода тільки розпочинається, так? Слава нації! Слава нації! Была только определенная часть, западная, которая вот это принимала, которая стала движущим таким локомотивом вот этого движения, стали основой вот этого протеста. А ощущение у, соответственно, Востока, у Донбасса в частности, было то, что, извините, нас обманули. Нас не услышали. Наше мнение никого сейчас не интересует. Вот здесь мы в столице тут собрались, 50 тысяч человек собрались на Майдане. Мы сейчас тут поскачем, мы определим правила жизни. Мы определим, куда нужно идти. Куда, ну, это кто у нас герои, кто у нас, там, где наша история. И вот это, конечно, очень сильно возмущало. Существовали противоречия, которые разделяли народ. Но вместо того, чтобы найти что-то общее, чтобы строить одну счастливую страну, политики постоянно вносили раздрай такой. Ну, юго-восток Украины – это более индустриальный регион, промышленный регион, где очень тесны были промышленные связи с Россией. И культурные, исторические, и ментальные. Люди говорили на русском языке. То есть мы зарабатывали деньги, мы добывали уголь, плавили металл, бились за какую-то свою часть украинского бюджета, доказывая, что мы его зарабатываем, мы имеем право его тратить, а не Западная Украина будет жить на те деньги, которые мы, нам достаются таким потом и кровью. В Киеве возник еще один митинг в поддержку власти. Назвали его тогда «Антимайдан». Они были против евроинтеграции, и они хотели это высказать. Другого способа тогда не было. То есть они поехали в Киев на антимайдан. Люди говорили, ребята, но промышленность рухнет. В Европу вас никто не возьмет. Будет безработица, беднота, будет война. Остановитесь. Ну вы доскачете до войны. И если вначале люди с Майдана, антимайдана пытались разговаривать как-то между собой, убедить друг друга в чем-то, переубедить, то с определенного момента вот эта вот эскалация гражданского конфликта достигла такого градуса, что они просто стали друг друга избивать и брать в плен. Это цинично разругивали нацию, народ. Ухитрились,
их всех разругать, и, соответственно, все смотрели друг на друга сначала из-под лобья, а потом через прицел. Ну, то есть это шло уже не только противостояние с полицией, а шло противостояние и с представителями другой политической ориентации. Куди відпускати, крицю? Куди відпускати? Але ми тут знаходимося для того, щоб від імені американського народу висловити вам підтримку. Free world is with you. America is with you. I am with you. Все видели, что западные политики, послы, лидеры иностранных государств поддерживают Майдан. Ну, на Януковича оказывалось давление, то есть ему, от него требовали не применять силу. По сути дела, это и привело к эскалации дальнейшей, потому что протестующие чувствовали за собой безнаказанность и поддержку Запада. Это далеко не был мирным протест, потому что были применены не только как коктейли Молотова, а еще подготовленные прутья у каждого из этих бойцов, цепи, плюс они тогда трактор подогнали. Ну, то есть они специально выводили милицию на конфликт. Я весь день смотрел стримы из Киева на столкновении протестующих с парнями с внутренних войск, а затем с Беркутом. И на тот момент мне уже было очевидно, что будет война. То есть я прямо так вот к вечеру жене сказал, что будет война, надо что-то делать. Каждый раз, когда сила протеста угасала, люди начинали с Майдана расходиться, возникала какая-то провокация очередная. Да, создавалось впечатление, что это все подогревается, причем с обеих сторон. В конце декабря, в начале января, там где-то в районе Нового года, в общем, там людей уже на Майдане было очень мало, потому что все думали, что протест захлебнулся, что это будет просто стояние, никакого движения не будет. Вот, тогда начались столкновения на Грушевского. На Грушевского я тоже лично принимал там участие, в принципе, вот, участвовал на баррикадах, там стояли, ну, как бы в столкновениях с Берку, там, вот, и люди там со мной тоже, было довольно много людей. Из Нацсоюза к нам присоединились много, там еще из Харькова ребята, которые приезжали тоже в Киев. Ну и вот мы там первые, как говорится, бои произошли. The radicalization of Майдан is proceeding apace, with barricades appearing all over central Kyiv. Майдан self-defense activists seize and control government buildings. Confrontations with the police are no mere skirmishes anymore. Real battles are raging in the city streets. Protesters wield iron bars, improvised batons, stones, and stacks of Molotov cocktails. Але вони зрозуміли, що ми не раби, і що за їхні злочини прийшли їх кара. Я зараз тут ми перемогли. Злочини окупанти отримали свій бій. Наразі краще дочекатися прикріплення.
Journalist Ruslan Katsaba covered the events on Maidan in 2014. He saw what was happening in the center of Kyiv with his own eyes and is still trying to understand who was interested in keeping Maidan going and why. Здесь люди, которые, как мы понимаем, были финансированы, они же не за свои деньги приехали. Автобусы кто-то оплатил за олигархов, кто-то их кормил, кто-то им давал так называемые суточные, да, мы называли бутербродные. Здесь люди месяцами здесь жили. Сами люди бы не смогли бы это организовать по причине того, что на все это нужно довольно-таки серьезные средства. Вот, естественно, что представители среднего бизнеса давали довольно-таки много денег, но и олигархи, там, типа Порошенко, все равно же помогали в этом вопросе. Мы лишь на крок наблизились до нашей мети, бо наша перемога будет лишь тогда, когда в Украине будет новый президент! Так или нет? Порошенко на Майдане появлялся много раз. Уже тогда Порошенко говорил о том, что в стране нужен новый президент. Но имел ли он в виду себя или нет, я не знаю. Слава Украине! Александр Ходорковский was one of the commanders of the Ukrainian Security Services Alpha Group in Donetsk. He was regularly sent to Kyiv on detached service and was well aware of the situation in the protest-ridden streets. By February 2014, the situation on Maidan had escalated seriously. К тому времени, когда эта операция развернулась, они уже успели позахватывать на центральной Украине, на западной Украине там немалое количество всевозможных органов власти, включая управление СБУ, управление МВД, где они поскрывали склады с оружием. Они обогатились огнестрельным оружием нарезным очень здорово к тому моменту. И часть из этого оружия наверняка попала на Майдан. Плюс там было немало охотничьего оружия. То есть им было из чего стрелять. Это не было абсолютной проблемой. Поэтому, конечно, оттуда как будто их всех с цепи сорвало, и они начали вести огонь по ребятам, у которых кроме дубинок и в лучшем случае газовых баллончиков ничего с собой не было. Началось все с фейерверков, а потом уже начали какие-то там делать приспособы. Я видел и другое оружие, в принципе, как бы привозили люди с собой. Это, ну, потому что по нам стреляли, и, соответственно, нам тоже надо. Ну, все понимали, что идет дело к серьезным столкновениям, поэтому да, оружие было действительно. Три кровавых дня на Майдане, это были вот 18, 19 и 20 февраля 2014 года. 18 февраля началась стрельба, погибали люди с обеих сторон, как протестующие, так и силы правопорядка. Ну а 20 числа просто кровавая баня началась, погибли десятки людей, сотни были ранены. Ребята, на полное там! Февраля протестующие открыли огонь по силам правопорядка из огнестрельного оружия, убив несколько человек. Внутренние войска и Беркут начали отступать, отстреливаясь. Тоже убили несколько протестующих. И затем неизвестные люди расстреляли десятки человек. До сих пор неизвестно, кто это был. Мы никогда не узнаем правду о том, что действительно здесь происходило. Но происходило братоубийство. Когда, допустим, наши украинские люди шли на украинских людей, то есть здесь были Евромайдан, там был антимайдан, и при этом они нарушали общественный порядок. Потому что тоже было оружие, как вы понимаете, по обе стороны. И мы видели, как жестко вот при подобных столкновениях жестко действовала, допустим, американская власть, которая будто бы сейчас считается полуофициально куратором Украины, заокеанским куратором Украины.
Вы помните, до единого человека всех вычислили, кто нападал на Капитолий. Они все сейчас, им грозят большие там запредельные сроки тюремные. А здесь? Давайте поменяй, Коль! Кого нет? Медик потребен на Майдане Незалежности. Я жива в цели, щупайся, давай. Давайте, Саша, поїхали! Системи! Не йди, не йди, не йди, то тут треба розходу, давайте. Честно сказать, я предполагал, что это может привести к серьезному расколу, вот, и что вероятнее всего, что будет гражданская война. Потому что когда пролилась первая кровь, стало понятно, что ну, просто так это не закончится. Вот, когда начали применять оружие, ну, стало понятно, только было на тот момент непонятно, где будет проходить линия фронта, где будут идти боевые действия. В Киеве, на Западной Украине или на Востоке. Ну, все зависело от конъюнктуры и как договорятся там в верхах. После кровавых событий в центре Киева Янукович пошел на уступки оппозиции, подписал с ними соглашение, но соблюдать это соглашение никто не стал. И, опасаясь за свою жизнь, Янукович убежал из страны. Как только Майдан пришел к власти, первое, что они сделали, это отменили закон об особом статусе русского языка. Это всколыхнуло весь Юго-Восток. Мы требовали вот в основном таких простых, обычных вещей. Да? То есть не надо нам рассказывать, что украинская мова – это наша родная. Ну, в Донбассе никогда родной не была. То есть 90 там, чем-то процентов населения все говорили только на русском языке. Какие-то ну, вот в селах на севере ну, как-то проповедовали украинский язык, там был суржик. А вот чистого украинского языка никогда, собственно, ни в Луганске, ни в Донецке, в общем-то, и не было. Ребята, мы хотим говорить на русском языке. Мы хотим иметь нормальные взаимоотношения с нашими соседями. То есть мы хотим спокойно ездить в Ростов, Воронеж, Белгород. У нас длинная граница была. То есть тогда, когда уже поняли, что, скажем так, в Киеве без нас решили уже нашу судьбу, они сказали, что нам в Европу, нам не нужен таможенный союз, нам не нужна эта Россия, мы хотим рюшечки, мы хотим в Евросоюз. Вот когда вот это то, что происходило в Киеве, конечно, нас возмущало очень сильно. Люди просто не признали новую власть в Киеве. Народ стал самоорганизовываться с низов. И на Юго-Востоке стали повторять тактику Майдана. Понимаете, я видел захват администрации сначала у себя дома, в Ивано-Франковске. То есть у нас захватывали администрации, у нас блокировали воинские части, вот это внутренние войска, чтобы, дескать, они не ехали на Киев убивать мирных граждан. Вот это все было спровоцировано в нас, на Западной Украине. А то, что уже началось твориться на Донбассе, это, как вам сказать, это просто... Это они копировали нас. На Востоке копировали то, что делали на Западе, только лишь через несколько месяцев. Все. Только лишь всего. Единственное, что там, допустим, у нас было с флагами там, Евросоюза, а там, соответственно, такая была ментальная особенность, что там были... типа с флагами России. То есть в Киеве это называли революция достоинства. На Юго-Востоке это считали государственным переворотом, и никто новую власть не признавал. То есть где-то люди взялись за оружие, где-то они просто ходили на митинги. Ребята, не толкайте! Я украл! Я украл!
На Майдане любили говорить, что народ вышел на площадь на Майдан, и народ тут решает. Так вот, в регионах тоже решал народ. Мы такой же народ, и мы тоже решили. Мы решили вас не признавать, потому что вы преступники, вы совершили антиконституционный государственный переворот, вооруженный, с огромной кровью, убийствами и так далее. И то, что там какой-то Янукович куда-то сбежал, вообще ничего не меняет. The Russian-speaking Southeast Ukraine refused to accept the coup's outcome. People took to the streets of Ukraine's largest cities. There had been protests in Kharkov, Odessa, Mariupol, and Zaporozhye. Mass protests broke out in the Crimean Autonomous Republic. An overwhelming majority of Crimean citizens voted at a referendum to break away from Ukraine. And in March 2014, Crimea rejoined Russia. Получается, что Крым – единственный регион, где обошлось без крови, по сути дела. Везде, где возникли вот эти вот движения за федерализацию или пророссийские движения, они были задавлены, кроме Донбасса. Получается, в Харькове, в Запорожье, в Днепропетровске, в Одессе. Везде, опять же, власть для этого использовала праворадикалов и националистов. Nationalists try to suppress pro-Russian public sentiment with extreme violence. On May the 2nd, far-rightists organize a march named for United Ukraine. The march ends in a bloodbath. Когда мы знали, что 2 мая будет в Одессе шествие, ну, тут надо понять, что все знали, что там будет происходить. Но мы понимали, что там будет очень жарко. Ну, потому что туда ехала харьковская ультра, вся ехала. И ехала не просто футбол посмотреть, а ехала именно, чтобы ну, помочь одесской ультре в сопротивлении против антимайдана и представителей России, ну, так называемых сепаратистов. The nationalists smash a pro-Russian activist tent camp at Kulikova Field. And they're hunting down those hiding in the nearby trade union building. They set the building on fire. People who jumped out of windows to escape the flames are being finished off by radicals with baseball bats. 48 are killed and about 300 wounded. В городе совершается, ну, по сути, не то, что там столкновение, а по сути сожжение, да, массовые убийства. То есть подожгли административное здание. Люди ходят вокруг этого здания, стреляют по нему из нарезного оружия, забрасывают его коктейлями Молотова, самодельными взрывными устройствами. А стоят правоохранители и на это смотрят. В течение там, я где-то получаса даже или больше, и просто смотрят. То есть они, по сути, не выполняют непосредственно свою, ну, непосредственную функцию. Возникает вопрос, почему? То есть потому что не получают приказ или потому что, наоборот, получили приказ о том, что они вмешиваться в это не должны. Кто может отдать такой приказ? Мы понимали, что людей просто откровенно убили. Да, то есть что там наплевали на эти жизни, и что там делали это люди подготовленные. То есть люди-радикалы, которые, знаете, то есть человек должен быть, как минимум, не обязательно, он должен быть иногда там силен физически, да, он должен быть готов убивать. Он должен быть готов перейти вот эту грань.
Там были люди, которые готовы были к этому. Они готовы были загнать, поджечь, закрыть. Да, то есть и, там, им было плевать, что будет с этими людьми. Я никогда не поверю, что в Одессе 2 мая 2014 года праворадикальные группировки действовали самостоятельно, без ведома Службы безопасности Украины. И я уверен, что их действия четко были направлены, курировались и направлялись со стороны СБУ и там, киевской власти. Я уверен, что это нужно, сделано было сознательно для того, чтобы... Ну, задавить Одессу, задавить одесское вот пророссийское настроение, можно сказать, даже утопить в крови, как бы это так пафосно ни звучало. Надо было показать всему Юго-Востоку, что их ждет за, скажем, неприятие киевской власти. Действительно, была карательная операция, где заживо сжигали людей. Это лозунг «Слава Украине». Просто, понимаете, от этого хочется плакать и спросить, а кому нужна такая Украина? Вот такая, где сжигают людей и говорят «Слава Украине». И вечером, когда стали поступать сводки новостей из Одессы, поначалу не хотелось даже верить, это был такой шок. Причем больше тогда поразило не то, что людей сожгли, а поразила реакция украинского общества. То есть вот эта картинка, когда еще скорой помощи не увезли убитых и раненых, а проукраинские товарищи стоят там, поют гимн, они кричат «Украина, Украина!» там, и «Смерть врагам!» Вот эти все вещи. Одесса это показала, как действуют сторонники, так сказать, Майдана и насколько они не пренебрегают никакими там способами, методами. И моя задача состояла в том, и здесь я как раз вот обращаюсь к людям, говорю, что вы не понимаете до конца всей серьезности происходящего. Завтра они придут. Конечно, они придут и будут убивать нас. By that time, Alexander Khodorkovsky had already quit the Alpha Special Group. He was among the first to begin gathering self-defense militia groups. Я хочу вас спросить! Вы симпатизируете России? А теперь я хочу вас спросить, вы за то, чтобы отделиться от Украины? А теперь я хочу спросить, кто из вас, друзья мои, готов сложить свои кости ради этого? А теперь я вам скажу так, те, кто здесь стоят, наверное, самые лучшие представители Донецкого общества. Я говорю, что мы не готовы. Нам нужно собирать силы, нам нужно аккумулировать какой-то ресурс, потому что завтра нам придется воевать с этими радикалами. И к тому времени, когда мы уже взяли под контроль первое здание и организовали какую-то работу с нашим населением, с людьми, я пытался склонить их сознание вот к пониманию того, что их завтра ждет. Что никто нам не даст почивать на лаврах спокойно, если мы тут установим пророссийскую власть, никто нам не позволит каким-то образом обособиться, что-то противопоставить Украине, нас попытаются сломать. Поэтому, наверное, Донбасс и стал вот той такой взрывной волной, когда уже мы поняли, что уже нас уже точно никто не услышит. И тогда уже шел вопрос о том, что нас сейчас придут успокаивать уже с помощью оружия, то тогда уже, конечно, появились уже ребята, которые, собственно, сказали, говорят, плевать на все. Да, то есть мы будем свой дом, мы будем защищать. И будем защищать любым способом. The militia sets up checkpoints on the road to await uninvited guests. Вы видите, это въезд. Это граница. Фактически это граница Донецкой республики, федеративной. Она, это наше будущее, будущее Донбасса.
The new government decided to subdue the pro-Russian regions with the help of Maidan's radical activists, who were not only officially trained at military camps, but also armed. And then they were sent to the southeastern part of the country. И в какой-то момент с Киева двинули праворадикалов, чтобы утвердить завоевание Майдана, так сказать. Все вот эти сотни так называемые Майдана, они их стали вливать как в состав вооруженных сил, так и в состав Министерства внутренних дел. Выдали им оружие, обучили. Армия стрелять не хотела, но поскольку там были праворадикалы в составе как вооруженных сил, так и сил МВД, то за этим как бы дело не остановилось. Если в Одессе националисты были вооружены палками и коктейлями Молотова, то на Донбассе уже через неделю они были вооруженными стрелковым оружием и гранатометами. И возникли боестолкновения в Мариуполе. These radical groups were ready for such a turn of events. И поэтому, когда пришло время самой войны, да, ну там активных действий, которые начались там в Крыму, на Донбассе, в Луганске, в Харькове, в юго-востоке Украины, мы уже в каком-то плане были готовы, и мы минимально понимали, что нам делать и как нам надо поступать. Поэтому попасть на войну, мы не то что туда попали, мы сами до нее и шли планомерно, по чуть-чуть, как партизанский отряд. Это бандформирование, это банды, то есть которые легализовали, которым дали деньги, дали камуфляж, дали оружие, сказали, говорит, все, вот надо, вот все, идите, можете делать все, что хотите. Можете грабить, можете стрелять, можете убивать. Ваша главная задача, что там вот этих, тех, которые митингуют, их там просто не было. Ваша задача взять под контроль, там, или устроить там грабеж на этих территориях. Можете делать все, что угодно, вам все спишется, вам все простится. И они пришли, они это делали. Первые жертвы на Донбассе были именно жертвы праворадикалов. Причем, что интересно, трое человек на посту в Болбасовке, они были убиты с той же винтовки, с которой были убиты милиционеры на Майдане. Постфактум было проведено следствие следственными органами украинскими. Они установили, что из той винтовки были убиты двое милиционеров на Майдане 20 февраля. Василий Просоров, formerly highly placed with Ukrainian intelligence and who'd recently left the country, managed to smuggle out some documents. They prove that Maidan's leaders had started planning the use of force against the rebel regions once they came to power. They were not going to negotiate with the southeast. Документ, который вот служба безопасности Украины подготовила, это было письмо о некоторых особенностях проведения АТО на Донбассе. Заранее обговаривалось даже необходимость жертв среди мирного населения. Причем эти жертвы среди мирного населения надо было подавать так, что они являются живым щитом для террористов и сепаратистов. И как бы они сами выбрали такой путь. То есть они виноваты в том, что они живут там, где находятся сепаратисты. С этими людьми в Донецкой и Луганской области вообще с ними разговаривать не о чем. Они типа там, пыль, грязь, там, представители, это ж фраза «луганный даунба» как раз родилась еще в 2014 году. С ними вообще не о чем разговаривать, их надо тупо, как говорили, загнать в стойло и все. То есть мы вот победители в Киеве на Майдане, мы сторонники европейских ценностей. А это быдло шахтерское, оно ничего не понимает. Сейчас мы их быстренько загоним в стойло. Реально бытовала точка зрения, что 2 месяца, и все, и мы как бы их тут всех под шконку загоним. The story of Donbass residents being victims of Russian propaganda is gaining momentum at the state level. This point of view is still popular,
particularly with militants in the Ukrainian Nationalist Volunteer Battalions. Всем тем местным жителям, которые живут в районе Луганской и Донецкой области, им чудесно, очень сильно промыли мозги. Те люди, которым не вышло промыть мозги, они все переехали на другие территории Украины. Но одно «но» – от них тоже, так сказать, пованивает немножко сепаратизмом. Но они и тогда думали так, и сейчас так думают, что нам промыли мозги, что у нас не может быть своего мнения. То есть они стали говорить нам, что мы должны убираться в Россию. То есть с земли, которую отстроили мои предки, которые построили эти заводы, которые сражались за них в Великую Отечественную войну, которые затем заново все это восстанавливали. То есть какие-то товарищи там, из Западной Украины, там, харьковские националисты стали говорить, что я должен убираться со своей земли. Kyiv announces the start of an anti-terrorist operation in southeast Ukraine. At the same time, the electoral race is hotting up. The main presidential candidate is Pyotr Poroshenko, one of the leaders at Maidan. During debates, he underlines that the crackdown on protests in the regions won't take long. Антитерористична операція не може і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години. Армия поначалу воевать не хотела. Армию, которую приехала на Донбасс, ее воспринимали как своих сыновей, своих пацанов, то есть их подкармливали там как-то. Ну, конечно, колонны останавливали люди, блокировали. Отходите от проводов! Я командующий высокомобильных десантных войск вооруженных сил Украины, полковник Швеца Александр Николаевич. Ни разу за историю Украины ни один солдат-десантник не прицелился и не выстрелил в свой народ. Ukrainian soldiers aren't enthusiastic about engaging in a civil conflict unleashed by politicians. Many soldiers desert their positions, equipment and guns. Some take sides with the militia. Ну, я-то сам с Луганска, у меня родители на территории Луганска, все родственники, друзья, знакомые. Помимо этого, видя новости, которые происходили, мы все были настроены против Майдана, в принципе, целиком, и против власти, которая стала потом, когда Янукович сбежал. Но это, по сути, силовой переворот был. Незаконно полностью была взята власть. Естественно, мы были против этого. Я принял решение остаться в ополчении, поддержать волю народа. Стали стрелять по людям, которые блокировали колонны. То есть, если до этого люди останавливали вооруженные колонны, даже разоружали их, то после 2 мая больше уже колонны не пытались останавливать, потому что стали стрелять на поражение. Вы преступники! Преступники, позор! The army soon goes into combat action. The first to come under attack were Slavansk residents. In trying to oust the militia from the town, the Ukrainian security forces don't take civilian casualties into account. For the first time in the history of modern Ukraine, heavy artillery was firing on residential areas. Снимай, 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 снимай.
за что-то. Это такие нервные люди страдают. Девочке 30 лет руку оторвали. Он хлопец поел. Он ведь цветы. И за что, спрашивается? Они кресло делят. Деньги себе подогребли, а мы страдаем. Как не может больше дочь упадать этот взрыв крыши? Он опять стреляет. Трус. Да сейчас пошлите, Софи, я вытаскиваю на свою ручку. Да грохнула, меня контузило, я отлетела в коридор. Здесь мужчина шел рядом, его убило. Голову и ногу там оторвало. Я побоялась подойти, крови ему там много. Ну, не знаю, потом дым пошел, и они кричали, дети кричали. Вообще, ужас. Стекла сыпались, кошмар. Я такого за 54 года не ожидала за свою жизнь от нашего правительства. Такое отношение. В мае 2014 года было дикостью предположить, что украинская авиация будет бомбить города. Вообще, реально, я помню, мы сидели, как-то даже военные рядом с нами сидели, группа применения огневых средств, это были вот как раз артиллеристы, да, мы сидели, там совместно выпивали, и зашел разговор, и кто-то сказал, ты что, с ума сошел, как мы можем, ну, типа, по мирным городам работать. И через там буквально две недели Су-25 бомбит Луганск. По Луганской обладминистрации это был очень такой знаковый момент. Он что, залп сделал? Изверг. Да, то есть, когда, то есть, никто сначала не поверил, то есть, люди, даже те, кто видели, что он выпустил ракеты, да, то есть, они говорят, что он сделал. Что это такое, да? И пришло какое-то хоть понимание только после того, когда уже прилетело непосредственно по администрации, по этому парку, когда прошел вот этот штурмовик, прошел над этой площадью, и когда у нас там просто начали валиться деревья, то есть огромное количество листвы, значит, падающие деревья, значит, и зияющая дыра в областной администрации, значит, там просто вынесен был один из кабинетов, оттуда шел дым. Вот, и этот самолет куда-то уж уходит, куда-то далеко, да. То есть сначала я подумал, что это гром. Потому что грохот был абсолютно похож просто на гром. Вот. И потом, ну, когда я вот увидел, что вот это происходит, да, то есть бегом мы прибежали туда, да, то есть там вот было вот это, да, то есть когда перед администрацией там реально в лужах крови лежали люди, которые, там, часть из них не были живые, да, то есть они просили о помощи. Poroshenko was inaugurated on the 7th of June 2014 in Kyiv. The man who had come to power with a pledge to be the president of peace turned out to be the president of war. Poroshenko позиционировал себя как президент мира. Но, как оказалось, он стал самым кровавым президентом Украины. Выбирали его, надеясь на то, что он остановит войну. Но он, наоборот, принял решение силового разрешения конфликта. Порошенко и вся вот эта новая майданная власть имели много шансов остановить войну. Но каждый раз они выбирали поворот вот этот вот именно в сторону военного конфликта. Батареи! Залпом! 333!
Есть кто-нибудь, а? Саша, уходи. Есть кто-нибудь. Восстанавливаем наводку! Восстанавливаем наводку! Хавайся, хавайся! Падлы, бля, я проклятый. Хотя бы пожарники, хотя бы прикусили чуть-чуть. Да, они тут же пожаров увидели сколько. Тут все люди и дети живут. Здесь же нет, не пустой город вообще. Не пустой, дети маленькие, по полтора года. Вы же посмотрите, что наделали. Это твари, это не люди, просто твари. Надо мир. Что вы делаете? Мирное население гибнет. Люди гибнут, молодые парни. И оттуда, и оттуда. Вы, магнаты, опомнитесь.